А ты хотел бы, чтобы группа кино поехала, ну, в зарубежные гастроли? Ну, скажи, почему ты не хочешь ехать? Потому что я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это никому там не интересно. Что не может быть интересна группа, поющая на иностранном языке, и неизвестная. Вот. А ехать, чтобы наконец-то там, не знаю, купить себе что-то, не знаю, магнитофон, привезти его сюда и посмотреть там, вот, какие там замечательные машины, какие там замечательные гостиницы. Конечно, только время терять еще.